я вам открыла окна, чтобы вы отвлеклись друг от друга. Нет, мне жарко. А, жарко там? Да, мне кажется, то не надо. Мне кажется, может, и не надо куртку никакую. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы отправляемся в понедельник в Охта-парк, поскольку у меня сил ровно столько, чтобы спуститься вниз. Кого тошнит? Меня. Смотрел в телефон в какой-нибудь? Ну, значит, вытошнит, умоешься, ничего страшного. А, срочно? Насколько? Сколько у меня есть секунд? На встречке мне нельзя останавливаться. Давай 30 секунд терпи. А не знаю, что там случилось задание. У нас все время с кем-то что-то случается. А сейчас его тошнит, извиняюсь за подробности. Так, мы в понедельник в Охта-парке, поскольку бесплатная парковка, поскольку я смогла спуститься вниз, так как я держалась за темную коляску. Ха-ха-ха. Тёма, я тебя использовала. А раз я вертикальное положение поддерживаю, за коляску держусь, значит, могу погулять. А в другие дни в Охта-парке нужно заплатить 600 рублей за въезд. Поэтому мы молодцы, мы снова тут. Но подробное видео про Охта-парк вы можете посмотреть на моем канале ранее. Пару видео таких есть. Ну, это же колесо обозрения, чтобы ты все посмотрел. Да, там в этом, в Зеленогорске тоже скрипело. Далее начинаются дебаты по поводу вот этого входа. Туда стоит 900 за ребенка и 300 за взрослого. Без взрослого нельзя. Мы вообще-то ехали совсем в другое место, чтобы пройти дальше бесплатно в скейт-парк, вот, со своими самокатами. Но тут уже начинается вот какой-то лес чудес. И мы сейчас все обсуждаем, что нам делать. Платить или идти дальше. Довольно сложно. Лебедь, рак и щука все куда-то хотят. Я вообще никуда не хочу, но меня никто не спрашивает. Стрелки? Да, я понял. Да, поняла. Вот Вика на звездах. Боже мой. Я больше не могу. Все? Угу. Так, то есть мне надо сесть куда-то. 300 рублей, Тёма. Да. Сколько тут? 75 грамм, да? 75? В смысле, да. Я определила. Или еще меньше? 50 грамм. Тёма взял себе мороженое, которое надо было выбрать. Лиза готова. Цвет, размер. Ну, не размер, конечно. Лиза на сцене. Дети ушли куда-то на батут. Это один из четырех. А мы сели теперь просто, потому что тут решили. Есть такая подушка. Но здесь кто-то сражается, ну, походу, тоже. Там так, надо было выбрать три топпинга. И во что макнуть. Да, вкусно, кажись. Можешь показать. Это супергерой. Короче, мы это заплатили по 900 за каждого ребенка. Бантик? И мне бесплатно, как уши. Я сопровождающий Тёмы. Уши, это очень круто. Отдал. Давайте дальше думать. Заяц, а уши именно вот такие, как ты показываешь, да, какие-то? Я увидела наших детей, они промелькнули там. Но, собственно, не знаю, где мы. Мы тут сидим уже минут 15. Так теперь мы можем и на этого динозавра зайти, да, получается? Только они куда-то пропали еще. Мы их видим, они нас не видят. Куда они? Они пролезли сквозь забор, хотя у них куплен билет, они могут спокойно тут зайти. Зачем они перелезли забор, я не понимаю. Куда они собрались? Ну, у меня, как я показывал русалочку, да. У вас еще и видео есть. Так, я пошла их искать. Я видела, как они там бежали сюда. Даня, Вика, вы где? У меня два подростка, они вообще не спрашивают. А, они не перелезли, они зашли в калитку, и то радует. И
У Вики теперь есть часы, по которым можно позвонить. Там еще дальше еще что-то платное. Вика, где вы? Да мы здесь, в Голоке. Вы что, в трубе застряли? Нет. Разве можно вдвоем в трубу? Вы должны были нам подойти и сказать, что вы уходите с батута, идете сюда. Мы давно уже ушли. Да недавно. А вы не хотите с этими детьми там поотгадывать? Да не, мы еще раз хотим. Ну, мы с Тёмой там сидим, слышишь? Ты видишь нас? Ты видишь, где мы сидим? Иди, я тебе покажу. Там. Вот сюда подойди. Я увидела, как вы сюда заскочили. Вон там Тёма. Еще чуть-чуть. Вон, видишь? Вот мы там будем. Приходите. Итак, на экране, да, у вас уже появилась тема нашего сегодняшнего квиза. Так, если вам надоел шум, вы можете сесть вот здесь и посмотреть вот сюда. Сейчас. Отлично, это парк зверушек. Запомните. Я вообще сюда не хочу. Ты сюда не идешь, идет Вика. Ты недавно прыгал, а она не прыгала. Можно милое фото? Так, вот тут у нас прыгает Даня, вот там сзади прыгает Вика. Так, Тёма, а-ля в тенечке. Что-то она не прыгает. У тебя все в порядке? Устала. Устала, да? Иди к маме, иди, я тебя возьму. Иди сюда. Иди, малыша моя. Иди, зайди так, отдыхай. Тёма особо сосредоточенно кушает. Кто начал со сладкого? Угадайте с трех раз. Кто подает плохой пример детям? Почему-то тут нет кондиционера. Мы расположились у двери. Сегодня плюс 24 в Санкт-Петербурге. Мы очень этому рады. Есть ветерочек, но тут кондиционер бы не помешал. Я ничего не кушаю. Я жду, когда покушают дети. Я покушаю. Нет. Нет, Тём, можно мне не пичкать сладким? Спасибо. Кушайте сами свое сладкое. Даня кушает, кушает. Что значит я покушаю? Еще 12 ложек. Кушай побольше. Ну ладно, еще. Вкусный бульончик куриный. Молодец. А тут постоянные ведущие. Без конца меняются игры. Вот сейчас у них какая-то игра. Очень много суеты. Наши дети потерялись, нашлись, еще раз потерялись. Сейчас они пошли записываться на лазертаг и отправим их в веревочный парк. Это все включено здесь. Вот. Ну, в общем, я уже думаю заканчивать снимать, потому что это не тот канал, который любит развлечения здесь. Мы любим говорить про ревматоидный артрит и нашу жизнь. И попозже я запишу видео про вирус. Ой, мамочки. Мы записали. Вику, возможно, не пустят, потому что ей нету 8. Но вообще-то должны. 6. А меня пустят? 4. Да, конечно. 3, тебя же есть 8. Будешь 1, меня записывать? Что? Тогда надо идти. Yeah.
Нет, скажи маму еще, напиши Даня и мама. Иди запиши меня. Дорогие друзья, я все же не смогла остановиться и продолжала снимать вам весь наш длиннющий день по чуть-чуть. Мне предложили сопровождать Вику, поскольку трасса 5-метровой высоты, как мне показалось. Вика очень маленькая, но я отказалась. Опс, вот они все так. Ну вот так. Не бойся, не бойся, слезай. Ничего страшного, ты легкая просто. Молодец. Умничка. Сама. Давай, давай, молодец, молодец, держись. Все. Плачет. Не бойся, тут сетка. Смотри, я тут. На самом деле это очень высокая трасса, конечно, то есть она метра 4-5 метров от земли. Говорит, что она очень даже боится и очень даже хочет вниз, но виду не подает, выглядит все как будто все нормально. Так, улыбочку. Молодец. По одному, нельзя по два. Так ты сядь, наверное, в нее, сядь. А как ты встанешь? Я что-то не понимаю, как туда встать. Так ты держись только, держись. Да она маленькая, 7 минут. Ну что, садишься? Давай. Какая-то подружка подбадривает другую подружку. Говорит, ты просто лох. Так, смотри, Тёма, что ты не смотришь? Шоу уже. Привезла Тёму. И мы смотрим. Да, куда хочешь? Вот здесь уже лестница, хочешь? Здесь уже лестница. Пойдешь? Ну, к Дане хочешь, тяни веревку. Тяни веревку, если хочешь, к Дане. Что ты? Можно на ней и в ту сторону, и в обратную прокатиться. Молодец, не бойся. Боишься? Она боится, но хочет. Чего? Давай ты тогда к себе ее, Даня, к себе тяни веревку. Она не может. Тяни к себе веревку. Приедешь к ней, отдашь. Я больше не могу, у меня шея затекла. Чего ты ее отпустил? Ну да, ты к себе подтяни ее, едь. Господи. Ну, чукчи, нет? У меня дети чукчи. Вика, не ходи, сейчас поедет телега, ты что? Заберись. Сейчас Даню лови, только отойди. Давай, молодец. Развлечение, по-моему, для взрослых. А что, подтягивай, Вика, за желтую. Не может доехать. Моя шея. Встретились, братик с сестренкой. Вика поревела. Можно было спуститься по лестнице, дошла до низа и пошла обратно. Я говорю, ты же плачешь. Нет, я хочу пройти все. Вот что такое сила воли. Молодец!
За синий канат держись. За синий. И тянись туда. Чтоб она ехала, делай. Тянись за синюю, тяни, тяни. Тяни, молодец, молодец. И она поедет. Даня, что ты шутишь, ну? Что ты делаешь? Ну, она туда хотела, что ты делаешь? А как тогда? Короче, я их не пойму. Вы что-нибудь поняли? И что теперь? Даня, хватит экспериментировать. В общем, у них такие игры. Они занимаются садомазохизмом. Вроде как он ее обижает, вроде как ей обидно, потом снова она просит, и снова он над ней шутит, обижает, и так по кругу. У кого, наверное, двое-трое и больше знакомы с этой темой, это какой-то кошмар. Впечатления. Ваши впечатления. Понравилось? А что плакала? Можно пойти туда и сдать шлем. Иди, скажи спасибо. А куда идти, не понимаешь? А где твой брат? Вот тетя в зеленом дошла, там дорожка зеленая. По дорожке иди, там будет начало трассы, где вы начинали. По дорожке по зеленой. Я нашла лавочку. Да здравствует лавочка. Сюда, туда. Где вы там? Я здесь. Смотрите, как смешно. Кто смешно? Взрослые карабкаются. Дети, они не успели за детьми, дети сбежали уже. Она не справляется. Может, у них няня обычно. По-моему, она их первый раз видит. Пожелала еще раз. Все аттракционы включены в неограниченном количестве за 900 рублей. Молодец. Ну, у кого-то получилось сделать велосипед? Скажите, пожалуйста. Ни у кого не получилось, но мы же тренировка. Не с первого раза. Повторяем движение за котиком. Дискотека. И приготовились. А если кто-то знает песню, можете еще и подпевать громко-громко. Место нашего назначения — это пиццерия. Мы скушали тончайшую маленькую маргариту и, в общем-то, ждем, когда идти в лазертаг. У Данечки забронирована игра в лазертаг, которая тоже входит в этот билет. По билету можно выходить, приходить. Вот мы тут так сидим и очень уже все устали. Капризничают сейчас без 15:06. А мы пойдем в кетку? Вика, мне не разорваться на вас троих. У вас у всех троих разные планы. Пойдем в лазертаг к 6 и посмотрим, как там Даня сможет один. Может, мы посмотрим, болеть за него будем.
Я вот никогда не видела лазертаг вообще-то. Спасибо. Тёма, тебя напугали? Подумай что-нибудь смешное. Вика крутится. Так, мы попали на инструктаж лазертага. Тут всего два мальчика. Остальные все девчонки. Лазертаг вот здесь будет проходить, а мы уйдем. Девочка не идет на лазертаг. Что я снимаю? Ничего не вижу. Девчонок и два мальчика. Но у вас будет две команды все равно. Ну, как дела? Ну, сидеть. А Вика там еще, да? Да. Тебя надо, Саша? Давай чуть-чуть, капельку. Ладно. Вот, здесь можно феном воспользоваться. У меня 38. О, вот 38. Тебе понравилось? Легко там в среднем бассейне? В среднем бассейне легко? Угу. Я твой стационарный фен. Давай. Так а верхний, как мы высушим? Вот, давай сверху. Что так долго-то? Пошли голову сушить вот здесь, вот фен есть. Чего долго, Вик? Все хорошо? Понравилось? Ты с колбаской была? Да. Но на свободном плавании я осмелилась окунуться, чтоб ноги достали до пола. Да. Там глубоко? Ну, немного поглубже, и у меня голова была вся в воде. То есть он глубже, чем твой рост? Да. Ну, тебе понравилось? Да. Эта группа занимается два раза в неделю. Угу. Вторник и четверг. А можно я Мы можем пойти два раза в неделю. Да. Ну, хорошо. Все, сушимся.